Очередное прикольное видео, наверное, я так думаю. Скутер привезли на ремонт. Обследовал его, смотрю. Охладитель воздуха, ну это, рубашка воздушная. И вообще прям вгорело, прям вклеилось. Это ж надо было так нагреть, до красна, наверное, нагрелся. Вон на головке даже отпечатки какие-то, видите, приклеены. Как-то мы уже ремонтировали этот скутер. Сейчас посмотрим, что там. Скорее всего, маслонасос накрылся. Да. Смотрим. На 60 поршневая стоит. Прихват, конкретный перегрев, короче. А что такое произошло с ним? Скорее всего, голодание масла. Но перегрелся жестко. То ли валили где-то по полям. Приклинил, короче, он как-то интересно. Кольца мягкие вообще. Прям как эти. Перегрев, короче, жесткий. Колено вроде ничего. Короче, ну сточено полумесяца кольца. Видно, да? Вот так вот гоняет у нас в селе. Привет, дня. Не обкатывали, ничего, он от него аж это отпадывает. Да, сажа-то. Вот смазочка. Маслонасос, скорее всего, накрылся, и все на сухую. Будем делать систему, чтобы как газонокосилки смешивать. Все, уже старые скутеры. Маслонасосы уже не справляются, что-то где-то. Можно обмануться. Подал он, не подал смазку вовремя. Ну, все, что. Хана. О, Honda Dio.